Иланочка, это самое потрясающее мое первое свидание в жизни. Это самое лучшее первое свидание. Все прошло безукоризненно. Пожалуйста, ваш счет. Спасибо. Спасибо. Секундочку. Потрясающее первое свидание. Итого, значит, 3700 у нас получилось на первом свидании. Ну а что, все вкусно было, даже не жалко и 3700 отдать. Все-таки первое свидание. Все очень вкусно. Мне все понравилось, очень все понравилось. А тебе что понравилось больше из 3700? Слушай, лазанья такая вкусная была, вот прям как в Европе. Да, очень вкусно. Представляешь, в Европе, мне друг рассказывал, они, если вот парень с девушкой в ресторан идут в Европе, то там потом каждый сам за себя платит. Ну это же в Европе, это же не у нас. Ну хотя мы же стремимся в Евросоюз. Я просто переживаю, что мы в кино опоздаем. Я просто билеты на кинофильм забронировал. Очень интересная картина. А у нас 3700 здесь. Слушай, мы так много всего поели, да? А всего лишь 3700. Мне кажется, больше должно быть. Я проверю, если ты не против, ладно? Значит, твое. Вино 1000, хамон 600, лазанья 700, устрицы 1000. Мое. Пиво 100, каша рисовая 300. Нет, так и получается. 3700. Я думал, ошиблись. Нет, все точно. На свои все. Деньги. Как? Я могу забрать счет? Нет, секундочку. Дело в том, что у нас еще не все положили. А сейчас? И сейчас не все. Ой, мне же звонят, а я и не слышу, у меня на беззвучном стоит. Извините меня, пожалуйста. Лёшка, пожалуйста, вот ваш молодой человек просил остатки каши с собой. Пожалуйста, забрал. Ну, чтобы продолжить ваш торжественный ужин. Ну что, Иланочка, пойдем на кинофильм? Да, пойдем. Да. Молодые люди, а вы рассчитываться не собираетесь? Ой, а что, мы еще не рассчитались, что ли? Ой, как, ну если мы так тупить будем, мы так в кино опоздаем. Слав, ну может быть давай пополам? Ну как пополам? Если б там пополам было, я б сам пополам предложил. Ну сам же не напополам, что же делать-то? Что Слав, ну хочешь я сама за себя заплачу? Да, ну нет, неудобно, а за меня кто заплатит? У меня же голова разболелась. Что же делать? Мы так вообще запутаемся, если каждый за себя. Надо, чтобы кто-то один деньгами занимался, понимаешь? Давай я буду деньгами заниматься. Нет, ну если хочешь, давай ты. Давай ты занимайся у нас деньгами. Так, вот 5000. Ну вот, нормально. Пожалуйста, вот, все. Теперь все положили, пожалуйста, да. Ну что, пойдем, пожалуйста. Подожди, на кинофильм. А сдача? Да бог с ней, со сдачей. Нормально же обслуживали, да? Ну что, у нас последние 5000, что ли? Пойдем. На, получай одежду пока, и это в свою шубу заверни. Мне тепленькое полагается кушать. Беги, я сейчас приду. Пожалуйста, ваша сдача. Да, так, значит, 5 3 700, ага, 1300 должна остаться. 1100 200. Да все там правильно. Да перестаньте, сбили меня. 1100 200 300. Да, все верно. Вознаграждение, конечно, не обязательно для официанта, но поощряется. Перестаньте, молодой человек. У меня всеми деньгами девушка занимается. Это не в моей компетенции.